тебя на горе твоей святой. Славим тебя всем сердцем и душой. Славим тебя на горе твоей святой. Славим тебя всем сердцем и душой. Thank you.
Потому что он великий,
Вы знаете, я заметила другую сторону величия Бога. Когда Он висел на кресте, все люди попирали Его, все люди плевали на Него и насмехались, и говорили: «Ты Сын Божий! Если ты Сын Божий, сойди с креста! Если ты Сын Божий, сойди с креста! Ты так много делал для других людей, сделай для себя хоть что-нибудь!» Вы знаете, что делал Иисус? Разве Он не мог сойти с креста? Разве Он не мог разверзнуть эту землю и поглотить всех, кто против Него выступал? Разве Он не мог это сделать? Конечно, мог. Но Он любил. Вы представляете, какую великую силу имел Бог на кресте? Он мог просто, я не знаю, что сделать. Но эти люди поняли бы сразу, что происходит на кресте. Но Он любил. И в этом Его величие. В этом Его огромная сила, народ Божий. Просто потому, что Он любил каждого из нас, мы сегодня здесь. Просто потому, что Он не разверзнул землю и не поглотила эта земля нас. Мы сегодня здесь, потому что Он любил. И в этом Его великая сила. И в этом Его величие, народ Божий. Прославьте Его! Аллилуйя, вы так добры, 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 вы так доб
Господом. Это очень ему нравится. Потому что пример, есть такой пример в Библии о царе Давиде, правда? Когда он скакал на песне перед Богом и плясал, и славил его, потому что пришел ковчег Божий в город Давида. Вы знаете, ковчег Божий – это прообраз Божьего присутствия. И прямо сейчас ковчег Божий на этом месте. Прямо сейчас, посреди этого зала, его ковчег, его святой ковчег. И то, как мы примем его, то, как мы примем Божье присутствие, то, как мы примем, то мы получим. То мы сможем получить сегодня здесь. Поэтому давайте не сдерживать себя, а на самом деле ликовать перед ним. На самом деле ликовать, как Давид! Мы славим Тебя, Иисус,
Мы славим Тебя, наш Бог. Мы славим Тебя, Иисус. Мы славим Тебя, наш Бог. Воспой. Мы славим Тебя, Иисус. Мы славим Тебя, наш Бог. Мы славим Тебя, Иисус. Мы славим Тебя, наш Бог. Мы славим Тебя, Иисус. Мы славим Тебя, наш Бог. Мы славим Тебя, Иисус. Мы славим Тебя, наш Бог. Пусть поют небеса, пусть ликует земля, пусть воскликнут все ты, Господь наш. Пусть поют небеса, пусть ликует земля, пусть воскликнут все ты, Господь наш. Пусть поют небеса, пусть ликует земля, пусть воскликнут все ты, Господь наш. Пусть поют небеса, пусть ликует земля, пусть воскликнут все ты, Господь наш. Пусть поют небеса, пусть ликует земля, пусть воскликнут все ты, Господь наш. Пусть поют небеса, пусть ликует земля, пусть воскликнут все ты, Господь наш. Пусть поют небеса, пусть ликует земля, пусть воскликнут все ты, Господь наш. Пусть поют небеса, пусть ликует земля, пусть воскликнут все ты, Господь. Я пою. Я пою, я пою, как пел Давид. Я пою, я пою, я пою, как пел Давид. Я танцую, я танцую, я танцую, как Давид. Я танцую, я танцую, я танцую, как Давид. Пусть ликует земля, пусть воскликнут все ты, Господь наш. Пусть поют небеса, пусть ликует земля, пусть воскликнут все ты, Господь наш. Пусть поют небеса, пусть ликует земля, пусть воскликнут все ты, Господь наш. Пусть поют небеса, пусть ликует земля, пусть воскликнут все ты, Господь наш. Пусть поют небеса, пусть ликует земля, пусть воскликнут все ты, Господь наш. Пусть поют небеса, пусть ликует земля, ты, Господь наш. Пусть поют небеса, пусть ликует земля, пусть воскликнут все ты, Господь наш. Пусть поют небеса, пусть ликует земля, пусть воскликнут я все танцую, ты, Господь. Я танцую, я танцую, я танцую, как Давид. 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 Мы славим Тебя, наш Бог, наш Царь. Мы славим Тебя, наш Бог, наш Царь. Славим Тебя.
ты достоин. Храню все, что ты сказал, ценю завет я наш всегда. И все, что было, позабыл. Бегу в объятия твои, я храню, храню все, что ты сказал. Ценю завет я наш всегда. И все, что было, позабыл. Бегу в объятия твои. Все, что нужно мне, я дышу тобой, я дышу тобой. Сильнее, чем жизнь.
мы любим тебя, любим тебя. Сейчас ему в этой любви. Господь, я люблю тебя. Я люблю тебя больше, чем эту жизнь. Больше, чем что бы то ни было, что эта жизнь может мне дать. Я люблю тебя, Иисус. Я люблю тебя, Господь. Я люблю тебя, Иисус. Я люблю тебя, Господь. Я люблю тебя, Иисус. Я люблю тебя. Я люблю тебя, Господь. Я люблю тебя. Я люблю тебя, Иисус. Я люблю тебя, Иисус. Я люблю тебя. 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 Люблю тебя.
Господь, мы так благодарны Тебе за Твою милость, за Твою благодать, за чудо, Господь, Твоей благодати, за чудо Твоей благодати, Твоей милости, Отец, что когда каждый из нас, Боже, мы не были достойны, Господь, этого спасения, Ты пролил Свою кровь на кресте за каждого из нас. Боже, мы так благодарны Тебе за это, мы славим Тебя, мы величаем Тебя, Господь, и мы превозносим Тебя, Отец. Я прошу Тебя, драгоценный Дух Святой, сегодня, во имя Иисуса Христа, пребывай на этом служении. Пребывай сегодня, Господь, на жизни каждого человека. Я молюсь Тебе и прошу Тебя, Отец, сегодня на этом служении. Твори свои дела во имя Иисуса Христа. Прикасаясь к каждому человеку, Господь, так, как можешь и умеешь сделать это только Ты один. Господь, я благодарю Тебя. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе, Иисус наш. Спасибо Тебе. Спасибо, спасибо. Друзья, сейчас, где бы вы ни находились в этом зале, закройте свои глаза просто. Представьте себя перед престолом всемогущего, вечного, величественного Царя Царей. Там, только там есть Твое спасение. Есть Твое прощение. Там, только в Его присутствии, есть вся полнота любви, которую ищут люди, ради которой мы бежим, ради которой мы трудимся, стараемся. Там, в Его присутствии, есть вся полнота Божьей любви, которую ищет сердце, в которой так отчаянно нуждается жизнь каждого человека. Там, в Его присутствии есть настоящая жизнь. Там, в Его присутствии, есть все, о чем ты мечтаешь. Есть все, чего ты ищешь. Есть все, о чем ты нуждаешься. Там, в Его присутствии, в Его славном, в Его величественном, в Его могучем присутствии, есть все, о чем нуждается жизнь, душа, сердце человека. Там, в Его присутствии. Взывай Богу сейчас, взывай Богу, ищи Его лица, прибегай к Нему сейчас, Он царь, Он царь, Он царь. Поднимайся на этом месте! Тебе слава, Тебе величие, Тебе все превозношение, Господь наш, и хвала. Будь прославлен, будь превознесен на этом месте. Слава Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь.
Знаете, давайте воздадим Ему славу, Он достоин. Он великий. Он великий. Он есть Царь царей. Аллилуйя. Вы знаете, друзья, сейчас, когда вот мы поклонялись Богу, можно что-то играть? Когда мы поклонялись сейчас Богу, на сердце мне пришла вот такая история. У меня просьба, не спешите присаживаться, друзья. Вы знаете, очень важно, чтобы богослужение, оно не превращалось для нас, знаете, в такой, как бы объяснить вам, динамичный концерт. Богослужение — это немножко другое, друзья. Богослужение — это место, время, это событие, где в центре всего происходящего есть Христос. Очень важно, друзья, знаете, когда мы поклонялись сейчас, я просто чувствовал такой, знаете, вот чувствую внутри, как будто вот Дух Святой приходит, и ты переживаешь то, чем наполнено Его сердце. Я помню однажды, это было в начале 80-х годов, я смотрел на видео, была такая проповедница Кэтрин Кульман, и однажды, когда во время служения, во время молитвы она молилась, и она увидела какое-то, знаете, такое безразличие, равнодушие людей в зале, она остановилась и молча стояла, а потом она начала плакать. И она сказала такие слова, она говорит: «Не огорчайте Духа Святого, не огорчайте моего возлюбленного, не огорчайте моего жениха, он сейчас здесь». И вы знаете, когда мы сейчас поклонялись, друзья, я понял, вот знаете, как пастор, я молюсь и говорю: «Господь, ну почему же ты иногда людям не даешь какого-то исцеления, может быть? Почему ты не даешь какого-то прорыва кому-то? Какой-то мудрости не даешь, может быть?» Вы знаете, я думаю, друзья, секрет на самом деле очень прост. В Библии написано: «С искренними». Меня все слышат сейчас? «С искренними». Бог поступает искренно. «С лукавыми по лукавству их». Но вот проблема в том, что мы не понимаем значение слова «лукавство». Кажется, лукавство — это как обман мы воспринимаем. Знаете, с обманывающими, а я же не обманываю. Вы знаете, друзья, мы можем не обманывать людей, но гораздо чаще мы обманываем самих себя. Самое страшное, друзья, это даже не обмануть кого-то. Когда ты обманываешь кого-то, тот человек может тебе сказать: «Эй, ты меня обманул, я в курсе». Но когда мы обманываем самих себя, почему часто мы не получаем ответ, друзья? К Богу нельзя приходить на 94%. К Нему нельзя даже прийти на 99%. Потому что когда ты приходишь к Богу на 99%, Бог говорит: есть 1% неискренности в тебе. Друзья, каждый раз, когда мы приходим к Богу, если вы действительно хотите, чтобы Бог вторгался на территорию жизни, чтобы Бог навел порядок там, где еще нет, может быть, Его порядка, друзья, самое главное, самое простое, друзья, это быть искренними с Ним. Однажды один парень со мной, когда разговаривал, у него, знаете, падение, то блуд, то наркотики, то блуд, знаете, такое разнообразие невелико. И в перерывах между этим, знаете, такое горячее христианское сердце на 3 дня. Я говорю: «Слушай, ты обманываешь самого себя. А как мне еще помолиться, пастор? Я свободы не получаю». И знаете, я когда стоял и думал, как за него еще молиться, сам молюсь, говорю: «Господь, как же за него еще помолиться?» Я слышу, мне Дух Святой говорит: «Да не молись за него. И он пусть не молится, потому что это бессмысленно. Он не искренний. Когда он говорит, что он хочет это оставить, на самом деле внутри, в своем сердце, он не хочет этого оставлять. Ему все еще нравится эта жизнь. И любая его молитва, она лукавая, поэтому я не буду отвечать на нее». Я ему говорю: «Слушай, я тебе ничего не посоветую, бессмысленно, ты не искренний». «Как это я не искренний? Я искренний. Вот смотрите, вот сейчас я тут, вот все, я порву на себе рубашку». Я говорю: «Ты можешь рвать рубашку, майку, тельняшку, хоть кожу на себе порви». Друзья, Бог сердцевидец, Он видит сердце каждого человека, с Ним нельзя на 99% жить. Либо ты с Ним, либо ты. Бог — это не философия самосовершенствования человека. Бог, друзья, это не философия. И мне очень жаль, что многие сегодня люди, которые называют себя верующими, они свели Христа и Его Слово, Его истину до уровня философии. Друзья, Бог, Он есть Господь. И нет другого Бога на всей земле. Он один сотворил, друзья, небо и землю.
Он тот, который держит весь мир в своей руке. К Нему нельзя приходить на 99%. К Нему можно прийти, друзья, искренне, в благоговении, в святости, в страхе, в благолепии и почтении. И тогда Бог почтит тебя и твою жизнь тем, что Он совершит свои дела. Воздайте Ему славу, друзья. Он достоин. Он достоин этой славы. Он есть Бог. Он есть Бог. И я хочу сегодня обратиться к каждому человеку. Вы знаете, мы приходим к Богу, потому что зачастую в жизни каждого из нас в сердце есть какие-то потребности, какие-то, может быть, неотвеченные вопросы. Но я вам хочу сказать, иногда нас приводят люди и говорят, а тебе надо выйти, тебе надо выйти. И с одной стороны, это классно, потому что у нас есть друзья. С другой стороны, друзья, это не очень, по одной простой причине. Потому что решение каждого человека быть с Богом должно быть его личным решением. Это должно быть решение, которое начинается глубоко изнутри, когда человек принимает решение раз и навсегда изменить свою жизнь. Посвятив свою жизнь Христу, посвятив всю свою оставшуюся жизнь, жизни для Него и жизни вместе с Ним. И в этот момент, друзья, происходит чудо Божьего покаяния, происходит чудо возрождения, происходит чудо Божьего спасения. Поэтому я хочу обратиться, если вы сегодня впервые пришли на это собрание, и вы нуждаетесь во Христе, вы нуждаетесь в Нем, вы ищете Его, вы нуждаетесь в том, чтобы Он спас вашу жизнь, чтобы Он прикоснулся к вашему сердцу раз и навсегда и изменил жизнь. Друзья, сегодня день вашего спасения. Что происходит в вашем сердце, друзья? Это не о вас даже речь. Что в вашем сердце происходит сейчас, друзья? Что в вашем сердце сейчас происходит? Есть ли радость этого спасения? Есть ли радость, торжество того, что одна отца, одна жизнь, она была потеряна, но она найдена сегодня? Есть ли эта радость? Есть ли эта радость, друзья? Торжество, ликование. Если вы сегодня впервые на собрании, друзья, сегодня на служении, мы хотим молиться вместе с вами и за вас. И если вы нуждаетесь в этой молитве, будем сейчас молиться. Рады видеть вас, вы сегодня впервые, да, рады видеть, рады познакомиться. Есть еще кто-то, кто нуждается в молитве, кто первый раз пришел, и вы нуждаетесь действительно в том, чтобы покаяться, изменить свою жизнь. Рады видеть, не стесняйтесь, проходите сюда. Пастор Светочка, вы, да. Если есть еще кто-то, друзья, будем рады вас видеть тоже. Будем рады очень вас видеть. Рады познакомиться. Максим, правильно же? Мы разговаривали потихо. Ну что ж, дорогая церковь, рады приветствовать, рады видеть сегодня. Вот пастор Света, смотрите, пастор Светочка вот рядом с вами здесь. Она помолится за вас сейчас вот здесь в соседней комнате, вместе с вами за вас помолится, потом вы присоединитесь к нам, вернетесь, хорошо? Все, церковь, давайте мы будем приветствовать, давайте будем радоваться и ликовать. Я задам один вопрос для каждого присутствующего. А кто из вас, вы рады, что вы спасены? Вы знаете, в чем трагедия? Вот ты знаешь, Олег, я на тебя посмотрел, я задал сейчас вопрос. Ты же слышал меня? Не, не Кимерин перед тобой, Олег. Слышал, да? Ты слышал? Ты знаешь, вот я вот увидел радость твоего спасения. Друзья, вы где? Алло, может быть, вам нужно выйти в ту комнату тоже? Может быть, кому-то из нас нужно выйти в ту комнату, друзья? Может быть, пришло время перестать обманывать себя и других? Может быть, пришло время перестать врать самому себе и убеждать себя в том, что ты спасен? А что я, шакаларамараги дороги, а я спасен, нормально. Не в этом суть, друзья. Может быть, нужно просто туда прийти, на колени пасть перед Ним. Перед Христом пасть на колени, сокрушиться и сказать: Господь, только Ты. Я хочу попросить, друзья, сейчас всех в зале, где вы есть, поднимитесь на свои ноги. Давайте мы будем сейчас молиться. Каждый, поговорите сейчас с Богом, друзья.
Бог сердцевидец, Он знает ваши жизни, друзья. Он знает все проблемы, все перипетии. Друзья, только Он есть царь. Не вы, не мы, друзья, со своими проблемами, цари. Он есть царь. И когда Он встает на небесах, друзья, все падают на свои колени. Все падают на лицо свое перед Ним, потому что Он есть царь. Давайте сейчас каждый поговорите с Богом, обратитесь к Нему. Если вы чувствуете, что вы потеряли свою первую любовь, если вы чувствуете, что нету этой жажды, этого огня, этой страсти, этой лавы, которая кипит в сердце по Нему, если сердце не сотрясается от Его присутствия, начинайте сейчас звать к Нему. Начинайте сейчас звать к Нему. Начинайте искать Его лица. Просите, чтобы Он смягчил сердце. Чтобы Он сокрушил сердце. Чтобы Он разрушил все преграды, все барьеры. Чтобы Он сокрушил это все. Сейчас, друзья, небеса открываются, небеса открываются. Начинай взывать сейчас Богу, возвышай свой голос сейчас в молитве, не удерживай себя, не удерживай себя, не удерживай себя, не удерживай себя, возвышай свой голос, начинай искать Его лица, начинай прорываться сейчас, прорывайся в веру сейчас. Проси, чтобы Бог Духом Своим Святым сокрушил сердце. Шатала Рамусон Рикия, Реката Бакариас, Шеба Сетикия, Рестикия Лара Шетири Париас, Рестикия Лара Шеба Сей, Шета Лара Брестири Рикия, Шета Лара Рамусон Рикия. Господь, посети свой народ, 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 посети свой народ. Возвышай свой голос, возвышай свой голос с Богом. Oh,
готова. Зажги огнем, Господь, зажги огнем, Господь, зажги огнем Духа Святого. Зажги огнем, зажги. Послание Петра. Зажги огнем. Первое послание Петра, 4 глава. Огнем Духа Святого. 17 стиха. Ибо время начаться суду с Дома Божьего. Друзья, время начаться суду с Дома Божьего. Бог начнет судить истиной своей, друзья, церкви. Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божьему? И если праведник едва спасается, то нечестивый грешник где явятся? Итак, страждущие, ищущие, жаждущие, нуждающиеся в воле Божьей, да предадут Ему, как верному Создателю, души свои, делая добро. Друзья, церковь – это не просто место, где я прихожу услышать полезную информацию. Церковь, друзья, церковь Божья – это Его невеста. Это невеста Иисуса Христа, где каждый из нас, каждый человек является клеточкой этого тела. И когда одна клеточка, друзья, она теряет качество этого тела, каждая клеточка несет в себе ДНК, генетику всего тела. И когда одна клеточка, друзья, она перерождается, она находится в теле, не неся в себе генетику всего тела, друзья, она начинает распространять болезнь вокруг себя. Поэтому Бог и говорит, время начаться суду с Дома Божьего. Друзья, Библия говорит, что мы должны начать с того, что мы судим себя, свои сердечные намерения, свои сердечные чаяния. Начаться, друзья, должно все с нас, с нашего сердца. У нас нет такой привилегии, друзья, нет привилегии, называясь детьми Божьими, жить так, как хотим и определяем это мы с вами. Нам не была предоставлена такая честь. Дорогой Господь, мы благодарим сейчас Тебя. Пусть Твой суд начинается с церкви Твоей. Пусть суд Твой, святой, праведный, верный Господь, истинный, начинается с церкви Твоей. Пусть суд Твой, Господь, он начинается в каждой сфере. Очень драгоценный.
Боже, 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 Боже. Дух Святой, просто прикасайся сегодня к каждому сердцу. Мы молимся Тебе, Господь. Мы нуждаемся сегодня в Тебе. Я прошу, Господь, чтобы Ты исцелял сердца, которые закрылись. Сердца, которые закрылись от самих, закрылись от Тебя, закрылись ради самих себя, закрылись внутри себя. Исцеляй сейчас, Отец, силой Духа Святого прикасайся. Исцеляй, Отец, исцеляй сердца, Боже. Друзья, важно, это не то, как выглядим с вами мы в глазах других людей. Важно, друзья, это то, что видит Бог, когда Он смотрит на наши жизни своими глазами. Важно, это не то, что видят другие люди. Важно, друзья, что увидит Бог, когда Он посмотрит на твою жизнь. Что увидит Бог, когда Он взвесит твою жизнь на своих весах. Когда Он взвесит твою жизнь на весах Его истины. Видит Он. Давайте мы будем сейчас каждый поклоняться Ему. Скажи, Бог, что сделать мне? Лишь с Тобой хочу быть, с Тобой хочу жить. Скажи, Бог, что сделать мне? Лишь с Тобой хочу быть, с Тобой хочу жить. Скажи, Бог, что сделать мне? Да, 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 да. Скажи, Бог, что...
что сделать мне. Да, Господь. Лишь с Тобой хочу быть, с Тобой хочу жить. Господь, мое сердце и моя душа, она принадлежат Тебе. Они принадлежат Тебе, Господь. Они безусловно, бесспорно, тотально, абсолютно, полностью принадлежат Тебе. Я посвятил, посвящаю Тебе, Господь, свою жизнь. Вновь, вновь и вновь, Отец, я посвящаю свою жизнь Тебе. Ты царь царей. Ты победитель моей души. Ты тот, который победил своей любовью мрак, смерть и тьмы в моем сердце. Ты победил своей любовью. Ты воплотился светом своей любви в мою душу, в мою жизнь. Ты победил ее. Ты победил ее. Ты победил. Благодарны Тебе, Боже, за Твое чудное присутствие сейчас здесь. Драгоценный, мы ничего больше не хотим, только бы быть в присутствии Твоем, находиться в присутствии Твоем, купаться в присутствии Твоем, пребывать в присутствии Твоем, Господь. Искренне жить с Тобою и для Тебя –